Мы находимся на неделе российского ритейла, продолжаем разговаривать с гостями мероприятия. Кирилл, расскажите, пожалуйста, зачем вы присутствуете на форуме, что интересного вы хотите сегодня услышать? Ну, на самом деле, самый главный вопрос – это услышать тенденции, куда движется ритейл, какие у него тренды, какие у него потребности. И я как представитель логистики, для меня это очень ключевой момент, потому что, ну, это мои заказчики услуг. Поэтому тренды – это главное. Расскажите про деловую программу. Кого вы хотели бы сегодня услышать, вот прям must have? Конечно, коммерческих директоров ритейлерских компаний, которые и будут говорить о том, что им нужно и что для них важно. А также других участников, которые, ну, рассказывают про управление цепями поставок. Для меня это тоже очень важно. Расскажите, присутствует ли целевая аудитория на форуме сегодня, вот именно вашей компании? Да, конечно, целевая аудитория всегда присутствует. На таких мероприятиях они очень важны, и поэтому не зря это неделя, целая неделя, которая занимается именно развитием ритейла. Да? И здесь затронуты все темы и управления персоналом, и управления цепями поставок, и коммерческие, и IT-технологии. То есть все спектры, необходимые для ритейла, для его нормальной работы, для обслуживания потребителей, то есть они все представлены на неделе. Спасибо большое, не переключайтесь, оставайтесь с нами.